Итак, пятая серия. И штурмуем Эдинбург. Посмотрим, как шотландцы сражаются. Так, Клод де Вилар командует. Что-то мы так построились, непонятно. Где тут так, чтоб не за холмом, а как-то. Хотя бы вот здесь. Так, значит... Пехота. Обычное построение мое. Пушки в центре. Пехота по краям. Так, конница. Конница слабовата, конечно. Не стал ждать тут. Так, так, посмотреть бы на эту пехоту, как она выглядит хоть. Вот как. Это кто? Полк Пикардия. А это полк Бурбоны. А это швейцарский наемный полк. Так, это младший... Младший старый полк короля. Так, это шотландская линейная пехота. Ага. Смотри, какой барабан. Я что-то не замечал раньше. А тут обыкновенные. Да вы что? А у этих барабан... Тоже. А не знал, что барабаны могут быть разные. Да, и здесь барабан такой. Так, французская гвардия. Хорошо. Оно сбоку, это вроде такую картинку я с этой гвардией. Синие мундиры, снизу красная, да. Заставку. Видеозаставку. Картинки для видеозаставки выбрал. Так, и где? Я не вижу. Они же за домами. Куда пушки стреляют, мне интересно. А, сюда, по пушкам тоже. Так, а сюда достанут? Как
Короче, стоять тут нет смысла. Обходим с флангов. А здесь какие-то ополченцы, типа что можно вперед вести пехоту свою. А ну. Меткость 40, перезарядка 30, боевой дух хороший. 9, я тут вообще 16. Музыки нет. Ладно. Так, не понажал. Вот это надо. Этот станок стреляет. Ого, как далеко. Одного убил, да. Здесь уже начали стрелять. И здесь начали стрелять, ага. Значит так. Давай пока под прикрытием. Домов. Потом уже подойдем поближе. Куда она стреляет, не поймешь. Так. Ладно, надо включить. Чтобы побыстрее шли. Кстати, где моя конница? А, она тут осталась. Кого-то Девилара хочу, не хочу потерять. А, здесь так оно. Так, за дома спрятались, хорошо пока. Быстренько, быстренько. А ну что здесь написано? А, не так. Это надо так смотреть. Бежит и все. Что-то или я не понял. А ну.
одушевлены. Вот даже не вижу, что там написано. Убил, убит ядром. Да, трупы остаются. Шире. Ничего, гвардейцы. Солдаты здесь смелые. Так, все. Так, теперь этих надо бы как-то подвести поближе. Да, надо между домами их проводить, чтобы не несли урон от пушек. Так, пусть бегут. Так, так, а чё оно так стоит? Давай вот так становись. Да и вы тоже вот так. Во. Быстрей, быстрей. Конница что-то там делает, непонятно. Давай, 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 давай. Куда не стрелять, ну понять. Вроде и близко. Стоп. Я ж забыл. Где они, что я не пойму. Это так долго медленно бегут. Так, давай, 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 давай. Стоп. Хватит. Ух ты, это мечники шотландские. Вперед. Давай, давай, давай вот так. Поближе. Так. А эти, значит, вот сюда. Вы давай сюда. А вы, стоп, назад. Все. Thank you.
Блин, кто-то стреляет. Я же вроде бы... Так, а здесь кто конница? Так. Где здесь пройти можно? Здесь, например. Ну все. По генералу давай. Ну, крутись быстрей. Так, стоп, 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 стоп. Отвлекся, отвлекся. Где она тут? Оп. Вперед. Кто это, не вижу, вот вижу. 10. Их надо было тех, которых 15. Ну. А, тоже ж крутится любит. Так же ж любят крутиться. Все. Гренадеры народно-освободительной армии расстреляют, значит, все. Ой. Куда они стреляют хоть? Вы давайте сюда. Еще кто там? Вперед. Так кто? Местные разбойники. Это тоже гренадеры. Все, добили. Заходим. Стыло. Вперед. А оно еще не построилось, ну. Вперед. Не, давай сюда. Давай сюда. Рукопашная. Здесь дома эти мешают. Так, давай сюда. Так, все, отступили все. Сюда давай. Давай, стой в огонь. Раз. В спину будем стрелять. Это мои уже мало моих солдат. Отступить. Скоро отступят.
Вы давайте сюда. Быстрей. Так, а где моя вообще? А, здесь. Ладно, это провинциальная слабая конница. Где мои кирасиры? Что там дело? Сколько их? 203. Здесь 201. Давайте по вот этим и по вот этим. А, это мои бегут. Эх, не удержал. Ладно. Ладно, разберемся. Армия все равно сильнее. Вперед. Рукопашная, хорошо. Так, и давай еще три отряда сюда. Где моя конница? Так, хорошо. Идет подкрепление. Так, хорошо, где-то конница. Пушек в этом сражении толку никакого. Вперед.
Вперед. Поможем пехоте. Что мне тут? Не вижу ж нифига. Так, а ну как они тут? Это еще что такое было? Это так фугасы взрываются. Всю конницу потерял. Надо же. Я такого вообще ни в каком моде не видел. Только вот это. Даже раньше в пиратах такого не было. Ой. Так, рукопашная продолжается. Надо ж так конницу потерять. Вообще даже не... Ничего, тех добьем, потом туда перейдем. Ну, долго крутиться будешь. Все. Так, да разбираемся с этими. Один еще. Вперед. Еще что? Вперед, 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 быстрей. Так, все. Помочь этим надо. Турать 5, 24, справимся. Так, там все, все. Помогай здесь. Так, помощь пришла. Кстати. А ну отошли все. Быстро. Быстро отошли. Думал отойти, чтобы пострелять, мы погнались. Так, там все. Все. Вперед.
Но даже такие бомбы какие-то странные у них. Сначала взрыв, потом еще. Так, деревья как тут ничего не видно. Где тут кто? А, вот эти разбойники. А, патриоты. Все. Больше нигде нет. Хорошо. Посмотрим, много ли этого отряда потерял. Много. Да. Порядок. Потом восстановим. Так, я не могу понять, что это за Капитолий такой. Надо помнить картинку. Майсур, ну это протест. Ну да, ну да. Франция. Трансильвания, новый город, Ливерпуль, а, это порт. Так, ладно, потом отремонтирую. В принципе, порядок держится. Здесь достаточно войск. Шестнадцать тысяч, хорошо. Стоп, нет. Где-то в Америке, я не понял. Так, пока я в Майсуре буду разбираться с мятежниками. Потом порт надо построить торговый. Ну а маратхи как-нибудь потом. Надо попробовать разбить. Так, а что-то Калькутта опять красная. А, там эти какие торговая компания британская, остинская. Британии нет, а компания есть. Так, что сражаемся за колонии? В Индии. Так, военные технологии, ладно. Нанят агент, где? Так, еще где-то есть? Нет, тогда тут сиди. Так, технологии изучаются, хорошо. Так, здесь... Уже порядок.
Да, кстати, здесь нет еще. Нельзя. Нельзя еще построить. Что-то как-то рано появилось оно. Ладно, подождем. Так, что здесь еще за войска? Нужна лучшая армия. Так, это, наверное, те, которые потерял. Да, вот 4 батальона каких-то потерял. Значит, можно будет в Париже как-то нанять заново. Так. Да, кстати, что у меня здесь? Так. Стоим здесь. В случае чего сразу захватим. Так, это Австрия, ладно, пока мир. Варшавский союз, интересно, Варшавский союз с кем? Так, гетманат, союзник Швеции, такой у нас Мазепа. Молдавия, протекторат России, Кантемир, в Ирландии нет союзников, Остинская компания, союзники Маратхи. Ладно. 13 колоний нет союзников. Блин, я совсем забыл. 13 колоний. Давай сюда. Там видно будет. Так, ну, ракеты еще в силе. Так, 15%, то есть 15 тысяч доход. Знаем, еще будет конница, хорошая армия. Так. Да, среди домов слишком неудобно сражаться. Хотя в чем-то и хорошо. Ладно, главная победа. Так, что тут в Швеции застряло?
Так, придется сражаться. У них мало отрядов, но у меня количество малое. Ну ладно, но это уже в следующей серии будет. Ладно. Ладно, ладно. Совсем же не восстановилась армия почему-то. Как-то оно странно. Что, почему-то рано появились мятежники. Обычно же 3 хода дается, а тут за 2. Ладно. Посмотрим, смогу я отбиться от них или нет в следующей серии.